семьей мы участвовали во всех спортивных спортландиях, соревнованиях. Папа, мама, я — спортивная семья. У нас были у каждого пара лыж. Как мотивировать маленького спортсмена, легендарная белая молния Юлия Нестеренко знает. Собственным примером. Для каждого из 42 ребят встреча с известными брестскими атлетами – событие. И не исключено, что именно в этот вечер кто-то из них окончательно решит посвятить себя легкой атлетике, королеве спорта. Живое общение, оно заменяет очень многое. И это, я считаю, самая сильная мотивация – увидеть спортсменов, которые представляют нашу страну, которые имели возможность завоевывать медали, показывать достойные результаты. Для детей это, наверное, высшая как бы мотивация и, ну, как бы так сказать, интерес к спорту. Юные спортсмены прошли многоступенчатый отбор в своих школах и стали участниками областного третьего этапа. Здесь, в Колосе, под руководством опытных наставников, они продолжают обучение, чтобы в декабре представить Брестскую область на республиканском финале в Минске. Помимо спортивной программы, начинающие легкоатлеты стали участниками большой образовательной программы. На встречу к чемпионам будущего приехали уже состоявшиеся спортсмены-олимпийцы. Хочется, чтобы они достойно представили Брестскую область. И самое главное в названии – таланты для королевы, чтобы они действительно, эти таланты, юные таланты, завтра стали олимпийскими звездами. Мы за это, Олимпийский комитет приветствует подобные акции, потому что из таких акций именно начинают свое будущее олимпийские герои, чемпионы олимпийских игр. Ребята расспрашивали известных спортсменов об их достижениях и первых медалях, зарубежных соревнованиях и тренировках. Как стать чемпионом и что для этого надо? Диалог получился насыщенным и интересным. В наше время очень много интересов детей, которые ведут не в ту сторону. А спорт это, пускай это не будет профессиональный спорт, но это будет любительский, детский спорт, который в дальнейшем поможет любому в жизни. Спорт это очень хорошо. До финала в Минске месяц. Команде Брестской области остается проявить характер и ярко выступить, чтобы показать высокие результаты наших юных талантов для королевы.